Ученые КФУ реализуют проект по предотвращению деградации почв в условиях изменения климата. Разработка предполагает введение в почву пироугля, который повышает плодородие почв и уменьшает выделение парникового газа. При производстве, в животноводстве, в птицеводстве образуется огромное количество отходов. Эти отходы, которые мы всегда считали удобрением, теперь относятся к категории отходов, за образование и захоронение которых предприятие обязано платить государству. Исходя из того, что таких отходов накоплено огромное количество, платежи эти холдингами, фермерскими хозяйствами будут осуществляться огромные. Что нужно сделать, чтобы это избежать? Нужно эти отходы перерабатывать. Технология Казанского университета позволяет получать пиролиз из куриного помета. Эта установка собрана, соответственно, сотрудниками Федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слоу, так называемого пиролиза, и она является установкой роторного типа. За хранение таких отходов, которых накоплено большое количество, предприятия обязаны платить государству. Главной целью проекта КФУ является метод переработки этих отходов. Так, с применением этой технологии предполагается решить проблему отходов, хранящихся на птицефабриках. В эту реторту загружается исходный материал. Далее реторта вращается на очень медленной скорости. В печи, в камере в основной, достигается температура 400 градусов. Далее газы уходят в камеру дожига для экологических норм. А в самой реторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. Казанский университет является одним из первых в России, использующих пиролиз для обработки куриного помета. В мире для такой обработки используют сушку отходов. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз.